поддерживать картину, считает директор Музея современного Доброе искусства утро, «Гараж» Антон Белов. Господа. Человек мог рассчитывать продать эту картину Русскому музею, подтвердив ее подлинность, но, в принципе, это могло точно так же случиться, что картина бы не подтвердилась и точно так же бы уехала. Поэтому здесь она не такая... Здравствуйте. Нормально, мне кажется, надо больше рассуждать о репутационных рисках для России и России. Я в прямом эфире. Добрый день. Доброе утро. Знаю, что все еще спят, отдыхают. Верхние станции уже на этой я бы все-таки спокойно отдал бы произведение. Или бы Минкульт, опять же, мог бы выделить достаточное количество денег, если принципиально ее оставить и провести переговоры. Ну, потому что, я понимаете, шумиха вокруг этого, она не повышает привлекательность российских музеев как покупателей произведений искусства. А как вы считаете? Я так просто, у меня чек решил сделать, заглянуть в прямой эфирчик. Смотреть, чок чему. Здорово, привет, доброе утро. Всем привет. Только прибавляет стоимости. Она уникальна. Написана в редкой технике «Рубросвет» тончайшим слоем краски. Таких картин, признанных мастеров, до наших времен дошли единицы. У кого-то а с такой там яркой историей войны за нее оценивается теперь уже не в сотни тысяч евро, а в миллионы. Так что если коллекционер все-таки получит картину обратно, то, наверное, поймет. Новости прям. Ой, со всего мира. То там с Facebook что-то происходит. Цукерберг оправдывается. То еще какие-то новости. В общем, весна интересна. Еду куда? Еду домой, по пути заеду в... В один ТЦ. Надо пробежать быстро, там кое-что необходимо прихватить. Надоели все эти туалетные воды. Надо что-то прихватить новое для настроения. Так, Казани. Я в Казани завтра. Если что. О, какие люди. О, ай. Что-то давно не выходил в прямой эфир. Рассказать чего особо я могу рассказать вам? Вот по туру проехал. Вот Оренбург, Уфа, Курган, Тюмень вчера отгремела. В общем, насыщенно все. Домой успел слетать в Кабарду. Увидеть свои улочки из детства. Всякие домики, косившиеся там тоже есть. Хотя там культура строительства все-таки каменных домов. Там нет деревянного зодчества особо. Там такое фундаментальное тоже. Дратути. Привет. Кемстач. Беларусь, когда вот в Минск скоро поеду. Очень тоже жду этого момента. Приезжал. Дербент. Да, давно это было, очень давно. В Дербенте был давно. Красноярск тоже здорово. Что-то, по-моему, про Узбекистан мы говорили тут. Что-то говорили, но сами понимаете, что сон был вообще вот так усенький. Сончик. То есть, можно сказать, что его вообще не было. Ну, в самолете там что-то такое показалось, что вроде спишь, а вроде нет. А я вот еду по бульварному. По бульварному кольцу. Так, Мурманск, да. Мурманск тоже скоро, очень. Прям даже вот в следующем месяце, по-моему, или в этом. Дербенте не поняла. Когда я был в Дербенте? В начале 2000-х годов. Тогда. 2000 какой-нибудь. В
втором, может, третьем. Ничего себе. Так, когда в Самаре будешь выступать? Не могу сейчас сказать навскидку. Держи мою, получи, что-то понятно. Ты в Тюмени? Я в Тюмени был вчера. Алло! 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 Тюмень вчера была! Исполнитель. Ну, естественно, читаю. Что я сейчас делаю, по-вашему, а? А? Конечно, читаю. Шапка, да, шапка-трансформер. Да, в Ленинграде тоже увидимся. Да, в Москве солнце, еще раз. Эх. Ну, я прочекал, ребят, я посмотрел, как вы тут живы-здоровы. И, наверное, сейчас буду удаляться, потому что, ну, вообще, сна никакого. Такое, знаете, мутное состояние. А, я хорошего вам дня желаю. Давайте, все получится у вас, что задумали. Да? Да, хочется. Ладно, пока, спасибо вам большое.